Добрый день. Меня недавно попросили рассказать про магию Рубика. Я подумал, почему бы и нет, давно лежит, можно и снять видео. Вообще, производилась изначально компания Rubix в богатой красивой упаковке, но есть и аналоги от брендов Pup Twist и Lingal. Вот у меня как раз два вида, их сейчас сравним да посмотрим. Полноценный анбоксинг, распаковываюсь в пакетике. У Рубикса коробочка, то есть у Pup Twist все простенько, только пакет и сама головоломка. У Lingal есть еще инструкция. Пакетик простой и внутри еще запасная леска для ремонта. И вот такая вот инструкция, где рассказывают, как собирать и что можно с этим сделать. Вернемся позже. На вид чем-то похожи обе модели. Это Pup Twist, это Lingal Toys. Раскраска немного отличается, здесь кольца пообъемней, здесь более плоские. Ну и, мне кажется, чуть потолще здесь пластинки, возможно, это так кажется. Здесь 8 таких пластиковых, похожих на аркстекло панелей, которые хитрым образом при помощи лесок соединены и могут по-разному вращаться, перемещаться. Можно делать разные фигурки, для этого в основном и используется, но главная цель, которую задумал производитель, это вот из такого сделать вот такое, чтобы три кольца пересеклись изначально из раздельных, соединились, разделились. И когда-то на ВЦА соревнованиях собиралась такая дисциплина, как магия Рубика. Причем это было до того, как я пришел в спидкубинг. И примерно с 2017 года они у меня лежат, и я их особо-то и не доставал. Ну, пару раз собрал, положил, и у меня приехали разные версии, и так они и лежали. Но не испортились, поэтому сейчас посмотрим. Lingal и Pup Twist только расцветка, поэтому какую-нибудь одну давайте смотреть. Вот Pup Twist. Нужно из этого сделать вот это. Есть обычный способ, классический, его я и покажу. Есть красные, которые по факту делают то же самое, но с более удобными фингертриксами. Мы уже на скорости это собирать не будем, а сборка занимала около 2 секунд. У тех, кто тренировался. Дмитрий Крюсбунд, кстати, преуспел в этом, был чемпионом Европы, если не ошибаюсь. Что же нужно сделать? Из такого положения, самого обычного, можем сложить вот так, верхнюю половинку на нижнюю, и вот так вот передвинуть, после чего раскрыть. Тут уже картинка поменялась. Далее мы складываем левую и правую часть и раскладываем снизу верхнюю и нижнюю часть. Получается вот такая конструкция. И вот эта часть, можно понять, это вот как раз уже собранная конструкция. Вот здесь и вот здесь это одинаково. То есть нам осталось только вот эту часть сделать. Даже вот эта часть кольца уже стоит правильно. Нам нужно вот эти три пластинки переместить вот сюда, с этой стороны. Делается не очевидно, но опытным путем до этого дойти можно, наверное. Складываем сначала так, потом вот эту часть сюда, где потолще, берем сюда, с этой стороны сюда, опять где потолще сюда, и раскладываем. Ну, кто-то делает перехват вот так. Ну и получается вот такая вот картина, магия Рубика собрана. Чтобы собрать обратно, делаем то же самое, но в обратном порядке. Так, так. Вот разложили до такого состояния. Теперь подворачиваем вниз и раскрываем вправо и влево. После чего собираем. Если мы пускаем вверх сюда,
то нужно сдвинуть в эту сторону, и тогда получится исходное положение. Но можно, к примеру, сделать обратно, раскрыть и положить низ, да, тогда в эту сторону. Ну, тут уже есть вариации. Если удобно верхнюю на нижнюю класть, то влево. Если наоборот, то вправо. То есть можно немножко порядок и менять. Ну, для чистоты обзора давайте посмотрим и на версию от Lingao. Сделаем то же самое. Все-таки именно Lingao нам предлагает инструкцию. Сначала вверх сюда, на один шаг влево, раскрываем правую часть, левую часть, достаем снизу и снизу. Получаем хорошую конструкцию, вот эту. Да, если получилось так, что она не здесь, значит, надо развернуть саму головоломку. И продолжаем. Шаги несложно запомнить, но уже будут на автомате. И вот два собранных состояния. Есть еще в природе Master Magic. 10 колец чуть побольше. Не 3, а 5. Изначально они тут соединенные. Нужно сделать картинку другую. Если вам будет интересно, в отдельном видео расскажу и про мастер-версию. Тоже собирали на чемпионатах по спидкубингу. Именно так происходила соревновательная сборка. А почему отменили? Да все потому, что всегда из одного положения собирали в другое положение. Естественно, за полчаса можно было натренироваться, чтобы собирать за 2 секунды, и уже не было смысла в этом соревноваться, так как это не развивало логическое мышление, то есть не проверяло ваши умственные какие-то способности, а просто технически, как вы быстро делаете эти движения. Да, понятно, в кубике мы приходим постепенно к тому же, но там все-таки какие-то разные алгоритмы можно применять, а здесь всего один. В далекие времена существовали гайды, как чинить, когда лески отпадают, рвутся. Можно было восстанавливать, перетягивать, для того запасные лески тут и лежат. Но это не единственное применение такой головоломки. Можно еще, как написано в инструкции, делать разные фигурки. Здесь, кстати, хоть и старая головоломка, но по-английски инструкция есть, ну и по-китайски, конечно. Сам процесс сборки, возможно, такой же, как я показал, наверное. И можно еще делать конструкции, которые здесь нарисованы. Прям по-английски все. И вот. То есть такие формы можно принимать. Вот такое можно делать. Отдельный вид развлечения с магией Рубика – это запутать по-страшному и вернуть в исходное положение. Так как, ну, собрать туда-обратно – это легко и быстро все запоминают, как это делать. Но можно как-то запутать сильно и потом думать, как из этого положения выбраться. Да, вот. Создали мы что-то такое. Автобусная остановка. Одна из фигур. Ну и вот такие всякие разные фигурки можно здесь собирать. Да, и этим обычно и занимались дети в основном, когда собрать не могли. То есть двойное назначение, соревновательное, можно красивую картинку, а можно разные фигурки, ну как и змейки делать. Ну, змейки, наверное, попроще, тут чуть посложнее, так как визуально не всегда видно, где какие зависимости, что поворачивается, что нет. Нужно как-то сложить, что такое получилось. Какой-то такой полудомик. Ну, и смотреть, что вращается. Вот как-то я сложил, получил такую конструкцию. Не факт, что из нее быстро можно выбраться. Какая-то буква L. Опять вернулись к остановке. Да, тоже кверх ногами. Ну и вот и весело стало. Как-то собирать. Давно не крутил. Ну, что-то получается.
Вот такие вот конструкции. Попробуем выбраться. Складываем, что складывается. Вот. Что-то сложилось. Но не раскрывается. Будем что-то двигать. Как-нибудь. Не хочет. Главное еще не сломать. Новая фигура. Вот. Как-то вывернул. И теперь, ну, можно заметить, что эта ситуация очень похожа на ту в середине сборки. Когда мы уже сзади развернули. Да, можно попробовать в обратную. Мотать, сложить так, развернуть так, да, и уже что-то знакомое. И вот. Ну, то есть вращаем, что вращается, до тех пор, пока не увидим что-то знакомое. Примерно так оно и работает. Расскажите, есть ли у вас магия Рубика, какого производителя. Возможно, Рубик гораздо лучше, там немножко других цветов. Но у меня вот такие экземпляры. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.